Я Мураган, с вами привет, и я понял то, что вам понравился Codenames. Поэтому держите вторую часть. Ну а перед началом ролика не забывайте про мой телеграм-канал, который в ссылках в описании, а также Discord, в который вы можете вступить, собраться и поиграть. Шторы 2. Вон белк моется. И пес со шторками. Да похуй мне. Хуйня с хвостом. Короче, собака со шторками, у нее будка и душевая. Забыл, кто тебя свет в будку провел. Будку давай сначала глазки. А, я ваша команда? Давай. Будка. Я вообще не слежу, я думал, я в той команде. Согласен, ниже этот скунс, тоже со шторкой. Ну, сейчас я все остальные быстро чекаю. Да, наверное, да. А мы можем в прикол рандомную кликнуть? Нет. Бля, не, у вас нет входа. Да. Энтерн. Алло, быстрее. Голландский, блядь, да, тыкать. Делаем. Не спи. Потом пенсию пересчитаешь. Так, знать давай. Так, ну я загадал, но я сейчас не буду нажимать, еще минуту подумаю над чем-нибудь другим. Да, чтобы, знаешь, не совпало с другими. Надо остальными. Дворец 2. Ну смотрите, дворец, да, это легко, точно легко, Геленджик. Дракула, да, давай на Дракулу ебани. Не, давай не с Дракулы точно, давай с этого начнем, ниже Дракулы. Бля, какая разница, вон Дракула, блядь. Ты думаешь, справа снизу дворец, блядь, или что? Мало ли вон тот грибной. Он. Да, грибной. Не, по-любому. Может быть, он, это по-любому. Это же знак. Но это не как дворец, блядь. Так он как он... Нет, ну, я просто специально булю, чтобы... Это... А, как он тебя, типа? Да. А вдруг он ошибся, да? Да. Ну тогда ты давай футбол один. Футбол. Чупикса, а ты у тебя какого цвета? Синий. Волосы, знаете, какого цвета? Короче, я туплю, пиздец, я одно напишу. Отражение зеркала слева за ступенькой ебаный. Голландский. Че, все надо присмотреть на все. Вон бутылка шампанским может быть там. Все, интерн просто, монитор. Блин, надо вот заранее подумать. Так, я теперь думаю. Так, а что это объединяет? Это ничего не... Блин, а реально ничего не объединяет. Тут очень много белых, чтобы вы понимали, штук 7. Угу. Побольше подумаю, можно в любом случае придумать ассоциацию. Блин, лучше железобетонные и ждать их ошибки. Железобетонные ставки, блин. Железобетонную можно под конец оставить. Не, пока на одну я вас закину, наверное. Блядь. Сейчас ничего не придумал. Блядь. Так, ну карты снизу. Да. Бля, так хочу зарухнуть. Кадин. Интерн. Домик. А, да. Я реально не могу тоже связь. Бля, сейчас будет подумать. Ну а что, если дают шанс? Буквы, которая справа снизу, и второй, он сказал присмотреться. Карты пикнули. Давай присматриваться. Буквы, блядь. А Х может считаться как возможно, буквы, где парашют? Возможно, где маленький мальчик читает книгу, там буквы могут быть. Раз. А где мальчик? Вон с таким с животным, видишь, он читает книгу, значит, там могут быть буквы. Ну, 100%, скорее всего, пазлы. Не, ну пазлы, да, но нам же второе еще надо. Ну давай, ладно, пазл. Он сказал присмотреться. Сейчас. Просто давай, вдруг животное. Какая Х? Где Х? Ну, типа, видишь, крест. Ну, он, ну, присмотри. Ну, ладно, давай к этому, блядь, к мальчику, нахуй. Мальчика. Тыкай. Тыкай мальчика, похуй. Осуждаю тыканье мальчика. Все, найс. Хорош, правильно. Фух, хорош. Да, тут реально не ассоциируется оно. Да как? Ну, чупик даже связал, ебать. Тише, даже. Даже? Нифига. Нет, не к тому, что, типа, он изначально говорил, что не может связать, а потом связал. Я как букву он связал с этим медведем, блядь? Книги? На книжку мальчика. Мальчик, видишь, маленький. А чё? Я долбоёб. Блин, да что я забываю. А, это ты дал. Спасибо за время. Да, знату не поможет. Да я понимаю, мне только по одному, если не закадываю. Да блин, какой по одному знат? Не, ну если я попытаюсь выбрать, там вы команде чужой тыкнете случайно. Туда я сразу 4 могу охватить. Давайте. Уткнитесь не туда. Похуй, не привыкать. Спишь, знат? Да я думаю, как лучше. Просто тут вы попадете на чужие. Да возможно. Ладно, знат. На самом деле у тебя в следующем ходе будет там больше, поэтому можешь вообще не загадывать, сейчас нормально будет. Ну, в принципе, да. Деревянный 3. Так, деревянный.
Давайте подумаем. Смотрите, давай быстренько. Молоточек. Молот деревянный, так, да. Угу. Снизу видите вино вот это на деревянной херне вот это с колесами. С колесами, нахуй. С колесами. Колесами. Ну и этот еще. И мороженка. Где мороженка? Мороженка, ну палочка у него. Они же, это не деревянный этот конь? Или он кирпичный какой-то? А, он деревянный тоже, он тоже. Это этот, блядь, троянский конь. Давайте этого, молот, давайте. Давай, с молоточка, да, он деревянный. Ну смотри, деревянный, ветка разве не деревянная? Бля, где... по факту, если у нас есть три вот этих слова, Чупик бля, может сказать, блядь, движение. И да по факту за движение вот это вот можно. Он сказал бы дерево, значит, деревянное. Вот если они вот это отпикнут, значит, давай тогда начнем, давай с этого, где бутылка может. Да, да, бутылка. Давайте. Хорошо. Mm-hmm. И конь, мне кажется, конь? Все-таки. Ну, попробуем, ну, давайте. Либо конь, в остальных либо там уже ветки. Либо мороженое, кстати. Что думаете? Мне конь, кажется, ближе. Давай более очевидное для этого мороженка. Более очевидно, чем конь. Хорош. Нет? Сера. Ладно. Ну, хотя бы сера. Угу. У нас, значит, останется конь, скорее всего. Блять, я ебанулся. Че, все-таки время для футбола один? Бля... Я придумал, но я хуй знает, как вы это воспримете. Положите. Хуй один. Короче, смотрите. Труба. Труба один это? Два. Бля. Ну вон, смотри, подзорная труба раз. И справа вот слева, эта сверху, хуйня. И справа снизу вторая труба еще, да. Ну давай, очевидно, давай, слева. Давай посмотрим, подожди, на всякий случай больше труб нету. А, ну все, две давай трубы. Давай левая верхняя, это самое очевидное. Правая нижняя, да. И правая нижняя. Ебой, слушай, блядь, ну положительно. Тут проблема в том, что вы ошибку сделаете, если вернетесь к деревянным. Все, мы не трогаем. Над, молчи. А мы ничего не слышали даже? Нельзя подсказывать. Не, мы не слышали даже. Бавасаткой, блядь. Сейчас я... Это подсказка жесткая. Тут никак не объединить, понимаете, в чем сложность. Это вообще... Бля, знаешь, давай так, если я объединю, я твой рот выкину. Тут реально не объединить. Потому что если я начну пытаться как форму объединить... Ты молчи и делай слово. Нет, да. Ну есть. Нет, и Чупиксу то же самое. И Чупиксу то же самое. Все, ведущие молчат вообще. Не, что они втерпело будут? Пусть базарят. Пусть скажут. Нет, пусть терпят. Ну, мы можем наводить же таким образом. Да, не, вы можете просто говорить. Водить кипиш могут они, видишь, Джонни, таким образом. Да. Пока по одному. Офф-топ. А то вы сейчас наделаете. Ну давай. Да они думают, что это офф-топ. Понял. Может, деревянный все-таки попробуем угадать? А, мне кажется, деревянный. Там еще чувак на этих, на коньках. И у него деревянный. У него деревянный это. Это очень. Я уверен. Далеко, думаете? Да, давайте попробуем ветку. Давайте попробуем ветку вот эту. Ветку. Которая с колесом? У него деревянная нога, ты хотел сказать? Нет, у него этот, как называется? Штука, которую кидают. Как он называется? Бумеранг. Бумеранг в руке у него, нет? Да, ну я понял. Ну, мне кажется, вряд ли... О! Ебануться. Все. Ну ладно, все, да. А, Давай, Чупик. Хух. Просто, блядь, одним словом два слова. Я просто не понимаю, почему для вас одна ветка деревянная, а другая не деревянная? Потому что она сверху. Да. Логика. Там веточка. А тут ветка, блядь. Да прикинь, у нас хоккеист, блядь. Тем более, у тыквы, где дерево, ты, блядь, увидел. Блин, я вот боюсь, что я сейчас вообще хуйню. Нормально. Два писать или два лучше? Давай два. Да, два больше пиши, больше. Но утка три. У нас выбора нет, у них одно слово осталось. Нам надо два отгадывать. Гигантская. Блядь, скорее всего, рука. Нет, гигантская. Раз. Гигантский конь. Раз. Смотри, гигантский конь, я думаю. И гигантская рука тоже. И такой, блядь, Чупикс, а где тут еще гигантская? Еще может быть гигантский робот, может, но это игрушка. Это игрушка. Смотри, там он в подгузнике. Может, гриб, блядь, гигантский. Гриб гигантский, может быть. Смотри. Так, гриб, рука и конь. Давай с коня начнем. Он большой, видишь, относительно людей. Люди там маленькие, а конь большой. Это жираф. Ты жираф, блядь. Это конь. Ну, троянский жираф. Ну, давай, похуй. Давай. Мне кажется, это серое будет какое-нибудь. Найс. Давайте на черное. И второе, смотри, рука. Либо рука, либо гриб. Ну, гриб, ладно. Либо, блядь, вообще я сейчас запутаю, гигантская башка вон у тыквы ебаной.
Тоже. То есть, не, но гигантская, бля, какие у него слова. Не, наверное, все-таки... Либо я тоже могу сейчас вас запутать еще больше. Стрекеечки на утке гигантские. Может гриб все-таки? Пойдем, гриб, похуй. Давай, ладно, гриб. Бля, сука, это рука была, стопу да. Рука была, блин. Это реально рандом был. Вывози, что я тебе могу сказать, сложно ему. А ты один раз отыграл за ведущего и сразу такой... Вывози, че? Я это уже... Легко вообще, вывози. Футбол один. Да-да, вывози, говорю. Ну просто я когда хотел круг сделать, там как раз попадал вот этот вот висящий на ветке и мячик. Но при этом там и вражеский попадал, и мне не захотелось так делать. Футбол один. Чубикс, ты уснул? Не, я думаю. Ася, ты тоже думай. Записывай на бумажку себе лучше. Зачем? Ну, чтобы ты на будущее знал свои ассоциации, дополнял их. Да я уже вижу. Бля, я бы столько ассоциаций составил, бля. Ну, надо же, чтобы у тебя светаться подарить. Давайте так. Деревянная 2. Так, деревянная, ну, рогатка у нас получается деревянная. И, ну, мебель тоже, типа, тут, ну... Нет, дерево, да, мне кажется. Заебись. Неплохо. Пизда. Тут очень много деревянного. Запомните, что у нас два деревянных. Это в команде, да? В команде деревянных, блядь. Подожди, а чё? А, даже так. Понял. Ай, жарко, как в этой шубе. Фору им дали, короче. Бля, ну не знаю. Ну ладно. Верю. Так, третья дела. Картинка. Третья, 100%. Ну, если два, то еще провода можем подумать, наверное. Где еще веревки есть? Больше нигде. Ну, возле, видишь, как картинки, где, типа, входа этот... Ты рядом... QR-код где еще? Не-не-не, вон женщины, веревка. Бабочки. Да-да-да, мне кажется, да-да-да. Не, бабочки я люблю, давай. Вот, и бабочки вот эти. Да. Ну, они на... Стоп. Веревка еще вон есть, там, где QR-код справа. Ну, да. Я говорил. Либо он QR-код загадал, либо... Я тебя не слушаю, сори. Да, я шучу. Веревки. Но мне кажется, что бабочки. И множественное число, множественное число. Ну, давай бабочки. Хотя сверху одна веревка. Не-не, мне кажется, он имел в виду именно эту. Стопудово. Подожди, не-не-не. Помяните, это именно провода. Смотри, сверху на веревке висит. И справа тоже веревка висит. А это провода все-таки. Это не веревка. Так что в итоге? Что, в этот QR-код? Я за QR-код. Я думаю, за QR-код. Давайте. Найс. Как мы... Просто... Зоня, хочешь поорать, блядь? Мы с тобой два балбеса. Деревянно, а направо вверх посмотри. Бля, я тупой. Я вижу, да. Я просто, типа, от начала до потом, типа, да. Я сразу на срок. Бля, я только допер, но... Готовы? Ну ладно. Да. Давай. Поехали. Еще два деревянных. Чили два. Давай дерево, с дерева начнем. Давай с дерева, с дерева. Вся хуяк опять красная. Справа снизу берем лестницу? Вот давай подожди, чилить. Давай, да, вот чилить вот, это... Вот типа гамак этот ебаный возле юрты. Да. Теперь так, еще что почилить можно? Ну и чилить можно? Коктейль, я думаю, типа, ну, а-ля коктейль. Ну бабы тоже чилят там, блядь, или они повесились, хуй знает. Давай я лестницу попробую. Да, давай лестницу. Бля, хорошо. Ебать, заебись. Ну, ребята. А как вы определили, что она деревянная? Так, самое интересное. Так лестница деревянная, да? А как вы это определили? Ассоциация такая. Охуеть, она у нас в цвете же. Не, железная дверь. А вы в курсе, что лестница, она сзади с подпоркой она. Можно рисунок нажать, он на весь экран будет. Его можно рассмотреть внимательно, вы знали об этом? Как? Экранка же может быть и железная. Ебать! Он врет. Зажми. А, да. Реально, блядь. Помню, ты эту кнопку зажимаешь, ты можешь. Главное, да, я понял. Чтобы мы не допикнули, понял? Нажали, типа, выбор сделали. Он у нас в команде. Я думал, разводят. У нас в команде. Значит, ночные бабочки к нам не принадлежат. Я почему-то знаю, все время в противоположной команде воспринимаю. Джонни Ураган, пока вот присмотритесь, что подходит под вас. Давай. Ну все, одна деревянная, одна чилить осталось. Ну бабы, типа, деревянное бревно, типа, полечили. Так, окно там, где... Вот раз, вот я пикнул кирпич. Кирпич, это не факт, что это кирпич, это, возможно, лего. Ну подожди, да. И стенка еще. Давайте со стенки точно. Стенка 100% кирпичная. Что, стенку херачу? Ну как хотите, и то, ну вот два варианта. А верхняя стена, смотри, китайская стена, она же тоже кирпичная.
дядька, вон, смотри, с этой газонокосилки такой. Думаю, это всякая. Прям очевидно, что это кирпич. Так, ну кто такая, да нет? На лего похоже, но это кирпичная лего, типа. Ну, нам либо вот стена китайская, либо вот эти вот лего. Блин, еще болевание. Кирпич. Мне кажется, лего. Благодаря лопатке, скорее всего, именно лего, да. Нет. Ах, серая. Все-таки китайская стена. Кирпич. Короче, деревянная вот. Да, зараза такая. Ба-ба-ба-би-би-бу-бу, блядь. Пи-пи, пу-пу. Ну, давайте. Гонский, хоть тыкать, блядь. Не-не-не, вы нам тыкали, мешали? Да он не тыкал, блядь. А у меня не тыкается, я тыкалка работает. Сука, я ваш тык, блядь. Копал? Давай. Давай. Вот деревянная тыка. Емкость 2. Так, смотри, давай с дерева разберемся. Дерево? Это хуяк минус. Смотри, емкость, блять, стакан и вон это хуйня, где ежик. Ну, кстати, хуй знает. Может, он чилит. А что тут еще под емкость можно? Тут нихуя под емкость. А, вон эти сосуды. Тюрьма где? Пойдем? Бля, ну это опасно слишком. Опасно, пиздец. Ну чупикса рот вы. Ну похуй, давай. Почему вы до конца не держитесь? А нахуй ты емкость, блядь, загадываешься. Давайте нам еще 3. Тогда так, это смотри, не честно, что, тогда бы мы просто могли емкость это ежик. Давай постарайся что-то вообще прям пиздец обобщенное, нахуй, чтобы мы охуели. Сейчас вообще никто не поймет. Там, допустим, если индус, блядь, с ковром, нахуй, то это... Египет. Я понимаю. А потом, не-не-не, он, наверное, имел в виду бабочек, перья, блядь. Бля, а мы же по факту можем говорить вот такие, блядь, соединения, а он это слово будет. Не-не-не, мне кажется, типа... Если там, ты знаешь, если ковер кивни 2 раза, все посмотрели, блядь, на чем. Так, давай, ежик. Живность там жук-навозник ебаный. Где ты видишь? Это жук? Женщина. Все еще по живности. А эти, блядь, пёзды могут живностью быть, которые на проводах? Да. Но подожди, вот тут проблема в том, что обобщал ли чупикс? И жуков, блядь, и людей. А нет, живность, вот как, вот он. Ну нам ничего не остается, да, не последний, выгадай, давай, баб. Давай. Спасибо. Да, кто еще живность мог? Да, только 2 живности, вот ежик и жук.